А, и на... Всем привет. И релюху поставил новую, и тоже что-то там переставлял, короче. Ну, не под... ну, ни то не подходило, ни то не подходило. Что-то было научено. Ни хрена себе. И что, заработало? Ну, клемму не было. Так аккумулятор где? Там. Одевать? Полетели. Так. Ёлки, как-то ты подъехал так сложно. Я не достану. Что у нас? Значит, все, проводку доделали. Все работает, сказали. Одел? Левый поворот. Ёханы бабай, левый поворот. Я уже думал, они никогда не за это. Перепрограммировал человек реле поворотов. Правый. Правый, да, где-то лампочка, да. Правый, где-то лампочка отошла. А, все, все, я поправил. Тут где-то контакт. А, смотри, нашел, где Вован. Или это не оно? Короче, где-то контакт там. Надо смотреть. Так, правый поворот. Все. А что у нас еще не работало? Короче, повороты была задача. А, печку сделал, не? Сделали, но кнопка надо. Кнопка где-то я привозил, надо найти. Я не знаю, где она лежит только. Ну, блин, надо найти. Ну, найдем. Я ее привозил 100%. Она или в бардачке, или там где-то. Короче, найдем, потом поставим. Ну, так перемыкаешь напрямую, она работает. Ну, все. Печка. Короче, все готово к зиме машина. Что тут до зимы осталось? Ерунда уже. Хоть бы успеть на оффроуд выехать. Да бери эти же, что ж ты. Там бампера надо прикрутить осталось. А, бампера осталось. Вот, смотри, от бамперов приборы, от переднего, от заднего, короче. А что мы с тобой лепили там его, что-то не совпадало? Ну, что-то с задним мы там лепили, как-то оно странно. Да. Странно не попадало чуть-чуть. Короче. Сиденье, ну да, ну поставим, давай это закончим там с чем. А, ну замки же уже тоже. Уже можно, кстати, и ставить будет сиденье. Короче, машина подготовлена вся. Аж не верится. Сколько? 4 долгих месяца подготовки. Личинку в двери еще надо поставить. Умеешь ты личинки ставить? А у меня на работе где-то лежат. Ну, конечно, ты знаешь, что машина дорогущая. Ручная сборка, елки. Тут каждый болтик твоей рукой прощупан. Осталось бампера прощупать и все. Ой, на новой почте. На 300 гривен доставки только подписчик прислал. Целый ящик. Что-то мы покупали тут. Вон и фару вижу. И трос спидометра, похожие предохранители, и наконечник. Чего-то только нет. В общем, будем потом разбирать с Вованом при установке. Спасибо огромное.